Владимир Путин в 11-й раз пообщался с народом. Сегодня в ходе прямой линии глава государства ответил на десятки вопросов, заданных в студии по телефону с помощью СМС и во время прямых включений. Началась прямая линия с политических вопросов, но в ходе многочасового общения президент коснулся самых актуальных проблем из разных сфер жизни. Напомню, впервые Путин пообщался с россиянами в 2001 году. И с тех пор такое общение стало ежегодным. В том числе и после того, как на посту президента Путина сменил Дмитрий Медведев. При этом формат остается в целом неизменным. Добавлю, по статистике, услышать от президента Путина ответ на свой вопрос надеялся каждый сотый россиянин.